Здравствуйте, вы на канале Винтаж Пунт Школы Электрика. Продолжаем изучать программирование логических реле фирмы ONI. В прошлый раз мы изучили, как заинсталлировать программу, а теперь мы попробуем что-то сделать. Итак, начинаем с открытия нового проекта. Создать функциональный блок схема. Здесь мы пишем, что хотим. Самое главное, нам нужно выбрать оборудование. Оборудование мы выбрали 12.06, то что надо. И вот наш новый проект создан. Обратите внимание, вот здесь слева есть элементы. Те, которые мы будем вставлять на это наше чистое поле. Пока еще на нем нет совершенно ничего. Конечно же, начнем со входа. Выбираем. Щелкаем. И вот вход у нас уже выбран. Давайте для порядка возьмем еще сразу и выход. Итак, у нас есть вход и выход. Если щелкать вот так много раз, то у нас появляется их больше и больше. Но их можно удалять кнопочкой Delete или вот так вот. Давайте их удалим. Для первого раза нам нужен только один вход и один выход. Посмотрите, если мы выберем свойства, можем ввести имя блока, номер входа. По умолчанию первый. Можем выбрать или переключатель, или нормально открытый контакт, или нормально закрытый. Пусть пока у нас будет переключатель. Можем написать комментарий. Итак, у нас есть вход и у нас есть выход. Теперь их надо как-то связать. Выбираем слева стрелочку, которая называется «Соединение». И удерживая мышкой левой клавишей, связываем вход с выходом. Мы собрали самую-самую простейшую схему, которую только можно собрать. У нас один вход и один выход. Теперь в этой программе мы можем сделать симуляцию наших процессов и симуляцию того, как будет работать наша схема. Для этого нажимаем на инструменты, запустить симулятор. Запускаем. И посмотрите, что случилось. Посмотрите, здесь внизу появилось наше реле. Так, немножечко не хватает. Здесь внизу появилось наше реле. Напомним, что мы выбрали первый вход и первый выход. Посмотрите, что получится. Давайте я попробую нажму кнопочкой на первый вход. Видите, я просто нажал и замкнулся первый выход. Отжал, разомкнулся. Нажал, замкнулся. Отжал, разомкнулся. Все очень наглядно. То же самое мы можем посмотреть и здесь. Нажимаем на вход. Нажимаем и смотрим, что выход у нас меняется. Выключаем симулятор. Теперь для интереса мы можем изменить свойства входа. Мы сделаем не переключатель, а нормально открытый контакт. Как обычная кнопка. Снова запускаем симулятор. Пока я держу, вот я нажимаю кнопочкой, пока я держу, на выходе контакт замкнут. Отпускаю, размыкается. Держу. То есть это работает как обычная кнопка. Если мы сейчас загрузим нашу маленькую программу в логическое реле, у нас так и будет работать. Если мы подключим сюда кнопку и будем на нее нажимать, выход у нас замыкается первый. Отпускаем, размыкается. Замыкаем. Мы создали самую первую простейшую программу. Поздравляем вас! Подписывайтесь на наш канал. Удачи вам! Увидимся!